В Бендерах задержан наркокурьер. Мужчина пытался провести в своем автомобиле синтетический наркотик – амфетамин. Подробности далее. Последние несколько дней этот автомобиль BMW стоит на штрафплощадке ГАИ. Не потому, что его хозяин попал в аварию или нарушил правила. В этой машине пытались провести наркотики. За нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль BMW. В ходе досмотра автомобиля под водительским сиденьем были обнаружены медицинские перчатки, в одной из которых находились пакетики с порошком белого цвета. 11 закладок с амфетамином, сильным синтетическим наркотиком общим весом около 11 граммов, привез Бендера из Кишинева 27-летний житель села Протигайловка. Расфасованные дозы могли попасть к потребителям, не столкнись наркокурьер с сотрудниками милиции. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Еще один инцидент связан уже с опийным наркоманом, 33-летним бендерчанином. Две упаковки семян мака и пол-литра растворителя чуть не стоили ему жизни. На венах его рук явные следы от инъекции. К этому наркотику, по его словам, пристрастился недавно. Первый раз, а я не помню, в этом году, в сентябре, наверное, да, в сентябре. В этот день наркотик решил изготовить самостоятельно, а после испытал на себе. Грамм семечки мака. Затем он построил, сварился, выцедил, выбрил, и все. Процедура полчаса. Остаться в живых удалось благодаря лишь вовремя оказанной медицинской помощи. В ближайшие 3 года любитель нестандартного отдыха и острых ощущений будет состоять на профилактическом учете в наркодиспансере. Николай Стоянов по материалам пресс-центра МВД.